Друзья, всем привет-привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и в гостях у Елены. Вот сегодня думала, ну что же такое приготовить? Уже все просто надоело. И что можно так приготовить на скорую руку? Быстро, вкусно и, в принципе, недорого. Вот. До этого я ездила в магазин, купила говяжью печень. И вот решила сегодня сделать печеночный торт. Тортик делается очень быстро, очень просто. Я даже мясорубку не доставала. Достала просто блендер. Перемолола, значит, взбила весь этот, всю эту печень, значит, до однородной массы. Добавила туда немножко муки. Все это я делаю на глаз. Два яйца. Значит, на печени у меня получилось где-то 670 грамм. Я купила такой небольшой кусочек, вот я его взбила, добавила примерно где-то 150 грамм муки, соль по вкусу, добавила туда 2 яичка, полстакана молока и 2 столовые ложки сметаны. Вот все это дело взбила, значит. На прослойку я приготовила, значит, обжаренный лук с морковкой. Значит, сперва я пережаривала морковку, потом пережарила немножко лук. Даже не то, что пережарила, а, наверное, потомила. Скорее, больше подходит так. Значит, потом я майонез перемешала с чесночком, так как чеснок еще головками я выдернула прям из земли, из грядки, значит, выдернула головку чеснока и вместе с зеленью ее мелко порубила. Перемешала с майонезом, и вот так вот слоями я сделала. Вот, в принципе, он оригинальный. Я частенько такой тортик делаю. Он очень вкусный, нежный такой получается. Очень нежный. Очень сытный, хочу сказать, на всю семью. Вот достаточно прямо. Мы вот его будем есть, наверное, дня два точно. Ну, может быть, не дня, но, по крайней мере, на мою семью дня два точно будем есть его. Он очень сытный. Вот. Видите, какой он красивый. Ну, девчонки, кушайте. Скажите мне, вкусно, невкусно? Мама, сломался. Ну и что сломался? Кушай. Вкусно. Вкусненько? Угу. Ну вот, девчонки говорят, вкусненько. Вот такой вот тортик мы сегодня приготовили. Очень быстро, недорого и, как говорится, со вкусом. Кому понравился мой ролик, нажимайте на колокольчик, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду почаще вам готовить такие ролики. И, друзья мои, до новых встреч. Пока-пока.